Жена, адмирал. Я типа могу ребах. Запускай отчет по отчету по нам. Так, спросим. Ну, больше приступа сдаете. Со стаками аккуратно. 8 стаков лад, у нас 5 всего. Рога 7 стаков. У вас, блядь, больше хилит надо, чем, блядь, танк. Конченый совет, даже чарки нету. Блин. Этот тяжело, он поднимешь. Слева, вы справа. Слева. Блин. Чё, блядь, не ориентируешься в пространстве? Вроде спрятался, а вроде и нет. Вы бы добили повоз. Баф обновить. Там дракон вылетел. Метки вынесли. Слева. Близко, середина. Рыба мне осторожно слева. Вы бы не разбейте. Слева. Разбиваем вы бы. Процентажа босса нету, скажите, когда фаза. 60%. Драгансон вылетел, охуенно. У меня вышибка вылетела. Заебись.
нету кому даже, блядь, страхануть, если что. Ложитесь. Нету смысла. У нас минус там. Шаман, у Нефлекса ты чё, бегать не умеешь, что ли? На двух взлетках ты два раза подох. Умею, он какой-то у меня, не знаю, неповоротливый, чем ДК, хрен знает. У меня чарки просто нету на друиде. От кота. Греча, а у тебя на тапках чарка есть? Походный облик есть, 40% скорости там. Нету. Так ты без чарки умирать, конечно, будешь. Там почти нереально добежать без чарки. Не, можно. Но очень это сложно. Прям. Очень да, сложно. Кирсгород, реально все добежать. Если перед перетяжкой подойти ближе к боссу. Все реально, я добегала. Без чарки. Нет, Полин, я тоже бегал без чарки. Но момент тот, что там полсекунды заслака уже не добегал. Бля, там волка вкачиваешь нахуй, вообще просто... Не знаю, а он как-то очень... два раза подпрыгивает прямо в боссе, когда уже притяжка. Полин, не хочешь за дружку зайти? Я через телефон, я пока не могу. У меня там Илюха работает. Понятно. А то мы в минус 3 идем. Сейчас узнаю. Я могу дать эти банк открыть и могу дать на чарку на тап. Не, без вариантов. Понимаю, правда. Чё ты говорил, на, сделай себе тап. А зачем тебе, да, гончарка на ботинке, на бег, когда у тебя, блядь, погоня за справедливостью вкачет? Это, блядь, ботинки еще с прошлого. Прошлый спект был без бега. Ты просто на резист. Я уже хиловски одел. Ступни. Я тебе могу дать, в смысле, что-то делал. У тебя же олень есть, тебе вообще нахуя. А, точно, блядь, уже олень. Ты чё, тут? Ладно, чё, бывает. Я, блядь, раз промолчал, думаю, ну ладно. Второй раз опять. Ты бы хоть сказал, что тут олень есть, а то я забыл, блядь. Адмирал, да, долго на одном чаре не играешь? Да, я на друиде вообще не играю. Вверх. Все здесь, в автобусе. Все гуляю, да? Ребят, саппорты обновите, у кого кончается. Касается танков, хилов и миликов в основном. Да пошло оно. У тебя же голубые есть. И пончик один. Стаки не набирайте. У нас один хил. Ну, олень реально помогает, слышишь?
Ну так там 40%. Даже если ты вебиняв метки, а вынесите быстрее. Справа. Я аккуратно. Ничего я не удивлен, блядь. Понял. Слева. Прям ровно напротив глыбы. Слева. Право. Либо разбивайте. Этот ремперсик поднимай. Баф раскидайте. Не, ну это реально придурочно, нет? Как так-то? Не, ну это уже не серьезно. Там нет так. Да пускай пиздует волка качает после этого вайпа и все. Этот. Метки вынести. Слева. Блять, вы забежать за глыбы не можете. Багованные. Слева. Там, блять, времени ебаническое количество. Право. Разбиваем. У нас 3 БР стоит. Глыба быстрее разбивайте. Два человека сдохло, блять, в глыбах ложитесь. Разворачивай. Всем РДД. Всем РДД имели там по этот. По соточке. Ох, сейчас как разрежусь. Не всем. Джинёк был в этом в мильной метке. Белодон, Фатбон. Чик рулит, блин, персик. Что в глыбах-то были, как мы были? Да это не волнует. Ну все не волнует. Я в глыбе стоял, чувствую, сколько я должен на КП получать. Я мертвый был, мне дали. Ничего страшного. Беги, малышка, беги! Алин, гоните дамаг по глыбам, пожалуйста. Я идиот. Вот, смотрите, пожалуйста, Лёх. Почему? Да толку, что у вас в домах, если глыбы не разбит. Да его как-то мало. Но я физически не мог с левой на самую правую перебежать. Ну, любой может. Речь, становись под босса и хиль под босса. Легче отбирать будет. Резайте людей. 5 РДДшек было. Народ, блять, вам не обязательно, сука, за глыбу прямо бежать, чтобы, блять, спрятаться. Можете и на РНЖ спрятаться. Главное параллель провести от того места, где падает, чтобы между вами этой хуйней глыба была. Что-то как-то не сильно помогло в первый раз. Ты там, блядь, не добежал. Там не знаю, вот я вот... Я вот сейчас посмотрел. Ну, может, чуть-чуть.
Что? Сотка всем или кто глыба был? Всем РДДДД. Рыба стоит, ешьте рыбу, баф. Ману, я не знаю, объясните, что ему делать. Знаю, Греча, что делать. Во фрейм босса становишься, сможешь убить. Старик. Старый, тебе проще было начислить 7, а потом снять силов. Старый готов, потом начистишь. Ешь. Все готово. Я отпивался заодно. Все, поехали. Я ничем не задержал. Вот смотри, где я сейчас стою, Шан. Вот прям вот тут стой. Адон, если у тебя показывают притяжку, камеру сразу разворачивай, чтобы потом текать. Два хила осталось, не набирайте стаки. Притяжка сейчас будет. Метки вынесли. Середина. Право. Середина. Лево. Разбиваем. О, боже. Тяжко 9 секунд. Блин, а я что, на мазафакере не вкачано 3% хита? Просто в промахе пиздец. Я ни одно слово вредил.
Слева. 5 здесь. Право, близко. Разбиваем. Побож. Процентаж мне проносите 35. Сколько процентов? 70. Ой, бля. И третья будет еще звук. Бежал. Что это за дыхание вместе с притяжкой разворачиваю. Ля-ля-ля. Она такая синдра, вот как только приходишь с рейдом, кто-то начинает вот вайпы. Один затупил, второй, и потом она начинает багаться. Не прощает она, ее надо с первого трави убивать. Прямо как живой с ней разговариваешь, не прощает. Как живой, но сука не живой. Кирстрит взрывом 71-400. На самом 400. Деле это мой любимый босс, я не знаю, как можно на нем так тупить. Тут никто не тупанул. Бах просто. Не, ну до этого. Шкирс, я походу понял, как надо под этот под проки отдавать. Вообще ли. Ну нам немножко просто подучиться. Да, подождать, привыкнуть. Да, привыкнуть немного надо и все. Там вообще постоянно можно будет делать. Я за бой 3 или 4 раза подпробую. Старик, ты здесь? Да. Короче, тех, кто тебя не предупреждал и меня не предупреждал, что сегодня с ДВ не будет на РТ, тем начислишь по 250. Хорошо. Только ты мне скажи, кто тебя предупреждал. Меня никто не предупреждал. Меня тоже. Ну вот и все. По сути, сегодня пришли те, кого вчера не было. 4 или 5 человек. Почему? Не надо, значит, будут получать за то, что не приходят. Чё, почему? Разбойника не было, блядь, потом кого? Лода, ну я был, Драгон был, Денчик был вчера, по-старик. Вы-то понял. Ты имеешь в виду, да, всем даже... Я предупреждал так-то, что меня не будет в игре. Пухан ходит Лёх. В эфир. Короче, смотри, всем, кто не, сейчас не в рейде. Онлайн и не в рейде, да? Кикаешь Гигзи вообще. Ну, я не буду кикать. Ну, я кикну, зайду. Какого пала? Просто кто в статике в ДВ состоит, его сейчас нет в рейде, то там... Ты про пала сказал? Я про Ауди сказал. По поводу ГП, тех... Кого нету на РТ и не предупреждал. Я понял. Ну, а. Надо же выровнять как-то приор у тех людей, которые приходят на РТ, правильно? Адмирал с приста не предупредил. У меня прист вечерник, так что... Вообще, блядь, я уже должен быть где-то в городе. Короче, три раза такая херня, и потом просто кикаем с Гильдии, и все, похуй. Без разницы кто там. Понятно, а если ты предупреждаешь там заранее, там работа, не работа. Если блядь. Предупреждаешь, то предупреждаешь, что, блядь.
Нормальное дело. В Дискорде несложно, наверное, написать два слова, что, блядь, сори, я сегодня работаю, блядь, меня сегодня не будет. Чтобы заранее понимать, блядь, будет рейд вообще или нет. Можно заранее просто понимать, если написало человек там 10, что, блядь, их не будет, то значит и рейда не будет. То есть можно даже рейд не собирать, самому не приходить, как говорится, и рейд не собирать. Время не тратить. Просто РТ отменить. Ну, не, время не тратить. Не дрочиться. Как сейчас, блядь. Мы сейчас с хуйней страдаем. В личку можно, в Дискорд можно, во флудилку можно в Дискорд. Там все равно люди читают. В Дискорде, в флудилку в Дискорде написали, и все, и заебить. Блядь, так мы все в рейде. Если, блядь, в Дискорде не можете написать, письма по почте шлите, блядь. Ну, блядь, сейчас, мне кажется, у всех есть телефоны, блядь. И на телефон поставить Дискорд, это, блядь, секунд 30. На айфонах он бесплатный, так что давайте зайдем. Он везде бесплатный. Ага. Дискорд сама по себе. Генерал готов? Да, да, поехали, блядь. Пухана суммоните, больше ТПС. Я за тут. Пока суммоните, блядь. Я тут, я за компьютером, но я свернутый. Кричите. Ты разворачивай. Все, разворачивай, гуляем. А Клавон кидает волшебный огонь этот дурацкий? Я кидаю. Просто я не понимаю, откуда промахи, сука. Шоком причем, да? Факера прокачу. Все здесь. Поехали. Шмот проверь, можешь не плавать. Адмиралом какие? Беладон. Я кидаю. Что? До сих пор не вижу мем. Я ждал. Нету. Ну, видишь лапы висят? Ну, больше. Не, белка, есть на темка. Ну, сейчас до этого. Не, потому что еще раз дам. Да как-то освобожденка не на мне, ебан. Тяжко здесь. Так, да хуя не набирайся. Метки вынесли. Здесь выставить? Право. Лево. Следили. Дискон? Нет? Где? Подвисло, где? Просто. Блядь! Справа, справа, справа. Подвисло справа. Просто. А, у меня тоже. Я уже, блядь, запаниковал, нахуй. Да, вообще. Кто-то сервер крашен. Подальше отбегать придется еще. Ну там за шкаф хватит. У меня лаги начались лютейшие после этого описания. Кричите, если что. На притяжку. КД вас обожденки. Угу. Милики будут боссы переводить. Что все РДД страдают. Здесь ваше вторжение не окончится. Никто не глыбы будет. Готовимся. Вынесли глыбы. А можно варом, пожалуйста, раскол вешать, а не мне одному? Варом больше. Есть. Расколов меньше. Право, диск.
Середина близко. Справа далеко. У ханата кто сбивал? А походу дотки дотика. Надо Никитос сюда ДП. Ну, Эн, подними. Требуем освобожденка. А этот пол мне нравится. Тихо. Жену, блядь, поднимешь вообще? Или БР нет? У всех в КД, ну, в смысле, всех БР. Я продумаю. Должны быть БР. Бежали. Я заблудился. Заблудился, выбожу. Расчились там адмиралы, где ты там лазишь, блядь? Меня сквозь глыбу убило. Чё, я за хвостом, блядь, был. Вроде и выжил, и нет. Глыбы выносим. Я нихуя не вижу. Сенсор далеко. Близко к центру, слева. Центр. Ровно центр. Лево. Вставай. Прохил его. Сколько там процентаж? 87. Сейчас фаза будет. Скажите, как фаза? Геру даем? Да, естественно. Вар, лево. Милики, сбрасывайте стаки за глыбой. Идите, сбрасывайте и глыбу бить. Один броня. Хилит вас. Броня посередине. Ёлы, что один. Следующий центр, да? Ага. Конечно, центр, иначе. В смысле, а где, блядь, глыба вообще? Умерла она. Охуенно. Чё, где прохил, блядь, по броне? Колбом в центр. Я ж сказал, 4 хила. Всех освобожденка была, один хил хилил. А они разряжаются, ебать, там, конечно, ебашит. Чё, можно дракона похилить? Все людям похуй. Типа да, нас реально всех 4 хилов кинуло. Там кто там один остался хилить? Блять, одного человека единственного задепать можно было? Че, мы ложимся, да? Не, флекс был один. Че, так ложимся? Как там освобожденку бахают в рейде, там видите, весь рейд на половине. Блять, я там даже спокойствие завязал, всю РДД зону, блять, поднял. Сука, одного человека, блять, прохилить надо было. Да похуй, блять, на рейд весь. Если рейд сдохнет, это окей, блядь, там виноваты будут, блядь, то, что 4 хила было в освобожденке, то были виноваты РДД, блядь. А тут, блядь, одного человека, сука, чтобы не было вайпа, прохилить надо. Одного, блядь, метку. Да похуй, блядь, наберете вы там лишних 2 стака, да задницы вообще, блядь. Главное, чтобы метка была прохилена, если метку не прохилить, это вайп. Там еще такая штука, ребята, вот на ком метка была эта, которая вторая? На локе каком? На броне, блядь. Фишка в чем? В том, что он не прячется за первой глыбой,
на нем 5 стаков накапливается. И дамаг, да, да. Вот эта глыба, которая летит, она вот 20 с чем такая, а под 5 стаками она, блядь, ваншот. Ну и ты плюс сверху еще. Протопала закинуть, блять, попробуй. Так еще сверху люди разрядились. Там еще надо посмотреть, сколько по нему урон вообще прилетело. Вот ты отдал спокойствие на своем друиде. Я был под освобожденкой, я еще отдал гим на ХП. Я не мог прохилять метку. Попрони ударило 13.5. И он отъехал. Он не прохиленный стоял просто вот. 21 000. Хуй, это у меня 13.5 показывает. Мне 21 показывает. Вот это склеп. Сейчас. Да в любом случае 21 еще под ДЦ, нахуй. Вообще ни о чем. Ну там аура, смотри, по 6к тикает. 4 сопрот, это уже 5 стаков, считай, на нем висит, 100%. Ответный удар кто-то 3000 там разрядил, ну 4 стака кто-то разрядил. Фишка-то не в том, это все, знаете, как и вейдится просто. Ты просто ныкаешься за первую глыбу, и такой хуйни никогда не будет. Все прохилится. Если все прохиливается, такой хуйни и так не будет. Ну да, да. Если задефать его, конечно. Главное метки, блядь. Ты для жертвенности не можешь до протопаладина по метке вторую закинуть. Оба нихуя мы косячника нашли. Дракон, нах. Или возложение, или возложение заюзать, блядь, по второй метке. Возложение когда? Оно только когда дальше. По кому-то ну, возложение, да? Еще пула два назад. Ну, для жертвенности массакру не можешь дать, что ли, или что? Ты, блядь, полтан. Ты работаешь на рейд, блин. Понял, да? Бля, я заебался вайпаться из-за драгона, пиздец. Пиздец, так и пена. Чё, крайний пул? Чё, крайний, у СРТ же полтора. Там что-то про три пула говорил, Лёх. А, да, пусть да. Он говорил три косяка и кикс гильдии. Типа кто не приходит на РТ. Три пула и начинаются поставки от Лёхи. Да-да-да. Я старик. Сейчас приступал. Тут уже пулов пять было. У меня был тут. А вы хохочите, блядь. Вы реально дохуя что-то разряжаете. Там сейчас его. Стакер, сейчас да. Вы заебете вы его и будете. Говоришь, как будто мы так никогда не убивали, что РДД только за вторую глыбу прячет. Да не, это понятно, что убивали. Там прохиливалось, наверное, лучше все. Я просто говорю. Поехал. Нахуй, давайте, да поехали дальше. Просто это рискованная тактика. Рискованная тактика, когда, блядь, хилы не могут прохилить одного человека. Даже, блядь, под освобожденкой. Банально каждому, блять, по одной ходке или по этому, по одному спылу дать, по одному стаку бы словили освобожденки, но зато человека бы прохили. Чё там, по готовности скажите? Ну, еще раз даю проверку. Всё, все здесь, я готов поехал. Что это? Да пошла она, ма. Придержка 5 секунд.
быстрее, ты в какой сидишь? Получается, справа налево, в третий. Старика приором разбейте. Тяжко 10 секунд. Дайте каску по шаману, то я пад. Метки. Справа близко. Справа далеко. Там же. Еще правее. Быстрее. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Тяжко 5 секунд. Погибни! Что ты делал вообще? Беги, малышка, беги! Флагбан поднимешь после этого. Дайте баф ему и ману задайте. Сколько там предэтаж? 40. Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! 30 нет. Сильно выбор не бейте слева. Там же. Даже на 35 зеро. Все хилы в освобожденке. Стопните урок. Милики, стопните. Надо добьем. Отдаю гимн ХП. Милики, сбрасывают стоп. Спокойствие, да. Спрятались.
убивать, блять. Что за долбоёбы? Метку влево. А, и танк уровень. Вот, заберешь. Я упал. Оба, нахуя вы поуходили из-за глыбы, блять? А это кинь на меня щит. Блять, с глыбы повыходил, нахуй, за глыбы. Все спрятали за глыбы, нормально, стаки сбросили. Эти долбоебы вышли, блядь. Сервер рестарт 15 минут. Бля, я хуй знает кто. Там смотри, кто убер от ледяной ауры или от чего. Эта хрень называется скилл. От притяжки. Обзывающий холод. Я увидел, что там уже Нуэн, Денчик рулит, Адмирал и Унифлекс, по идее. Нахуй человек. Блять, за глыбы вообще. Прихила отлетела сразу. Я не могу понять, блядь, нахуя вообще вы выходите из-за глыбы, блядь. Освобожденку сбросить. Чтобы стаки, блядь, сбрасывать. Освобожденку никто не набирает, блядь. Все стоят в одной куче. Даже если вы набрали один стак, это похуй. Кто еще третий? Там их четверо вроде, или пятеро было. Денчик, тебя сбрило под боссом. Видишь, ты все равно выбежал. Да, по-моему, маг еще был какой-то. Да, Адмирал, по-моему. Ждем ребута. Че, не будем гулять? Ребута ждем, толку, что ты поймешь. Че, можно уйти в саппорт, да, поберечь? Можно убить было бы. За 14 минут мы ее выебем и высушим. А че шутить? Берсат 10 минут, если сейчас за минуту забафаться, можно прыгнуть, убить. Лут откатим. А нахуй он нужен, Эв, давайте Синдру лучше убьем, да и все. Будет все равно там бесполезный. Ждем. Можно выходить туда, да, пока? Да, можете лук. Пока ребут. Блять, у него прям не РТ, а хуетень какая-то. Пиздец. Давно такого не было. Потому что народа нету. Ну как нету? Минус 2 всего. У нас как бы не первый раз. Всего.